при поддержке интернет-магазина TatuMall лучшие цены на тату-оборудование с доставкой на дом. Смотрится, что я иду в оленьей голове и с игрушечным бургером в руках. Вот мужик, сын. А вот дедушка. Улыбается. А вот охуенный вид. От меня находится стадион Биргизель, который был построен в 1925 году. И, конечно, он был модернизирован в 1964 году. И там ежегодно производятся или произносятся и так далее игры олимпийские четырех, трамплинов, турне четырех трамплинов слева от меня. Вы представляете? Это каждому человеку нужно знать. О, человек прошел. О, еще два. Велосипедист. Какая пустая витрина. Интересно, почему в ней ничего нет? О, какие горы. Ой, небо. Белая машинка. Красный трамвай. Ой, домик. Фак. Что со мной происходит? Мне плохо. По-моему, он где-то рядом. Совсем рядом. Да, это здесь. Этот звук. Первые, кто пришел мне на помощь, оказались девчонки тату-мастера из салона Red Dragon, Сапса и Сандра. Блин, Сандра сделала мою татуировку за 25 минут. По-моему, это очень быстро. Вот Сандра нам готовит местечко. Сандра, you my girl, girl татуажист. Окей. Ну что, начнем? Как же здесь сейчас весело, особенно мне и моей ноге, ведь она сейчас охуевает. Вот и появляется на свет красивый маленький олененок. Вот мы сделали уже контур. Ощущения, конечно, не из приятных. Как будто бы иглы втыкают в себя. И сейчас будет еще больнее. У моего оленёша идет кровь из носа, посмотрите. Не знаю, чего мужики обычно там мусолят. Вот Сандра сидит и мне очень быстро делает тату. Я даже глазами не успеваю моргать. Ну вот мы доделали последний штрих. И сейчас уже через пару минут татуировка будет готова. И мы увидим конечный результат. Угу. Вот моя новая татуировка на ноге готова. Сейчас мы ее упакуем как следует и поедем дальше. Скажем Сандре огромное спасибо за мою новую прекрасную картинку на мне, которая мне доставит много удовольствия в моей жизни. И мы поедем в Германию. Вот мы и вышли из тату-студии с новой татуировкой. Я иду счастливая, как никогда. Ой, какой велосипед!
милый. Короче, вот моя девочка прекрасная. Идет со мной. Все здорово. И через час мы уже уедем в Мюнхен. А что я сейчас вам всем покажу? Ох, нихуя себе, Германию. Diamonds all in my ring, nigga. Gold watches, gold chain, nigga. 100,000 champagne, nigga. Yeah, my money insane, nigga. Yeah, I'm making it rain, nigga. But I was just on a plane, nigga. Buying gear, flying here. Fuck what you heard, it's my time of year.